видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1, урок 8. Найдем значение выражений. 4 прибавить 2 будет 6. 4 плюс 3 равно 7. 4 прибавить 4 равно 8. 8 минус 1 равно 7. 8 минус 2 равно 6. 8 минус 3 равно 5. 6 минус 5 равно 1. 7 минус 5 равно 2. 8 минус 5 равно 3. Обратите внимание, что значение первого и третьего столбиков увеличиваются, а ответы второго столбика уменьшаются. 6, 7, 8. Увеличение. 7, 6, 5. Уменьшение. 1, 2, 3. Увеличение. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.